妈妈，妈妈，不想给你分明干什么？你怎么不给？Злата, я поки вимкну тебе мікрофончик. Ти його зможеш будь-який час сама увімкнути. Так, вітаю всіх глядачів. Дуже вам вдячні, що ви знаходите час долучатися, займатися, знаходити не тільки час, а ще й натхнення. Я нагадую, що ви можете увімкнути мікрофон, ви можете увімкнути камеру, аби спікер вас побачив і отримав зворотній зв'язок. І ми можемо починати наше заняття. Передаю слово нашому фахівцю, пані Христина. Вітаю вас. Добрий день. Так, добрий день, детки. Очень рада видеть вас на нашем занятии. У нас сегодня есть много новеньких, да? Кто у нас сегодня новенький, можно поднять ручку. Так. Угу. Кто еще не включил камеру, да, если есть возможность? Так. Угу. Супер, хорошо. Тогда мы с вами сейчас познакомимся, как будет происходить наше знакомство. Мы будем называть имя, будем говорить, сколько нам лет, да, и можно сделать какое-то движение. То есть можем помахать либо ручками, можно потопать ножками, похлопать, можно сделать воздушный поцелуй, то есть все на ваше усмотрение. Договорились? Все, супер. Можно теперь включить микрофоны, чтобы мы сейчас всех слышали. Так. Готовы. Смотрите, со мной тоже будет сегодня помощница, она тоже будет с нами заниматься. Итак, начнем с меня. Всем привет, меня зовут Кристина, и я машу вам привет, привет, привет! Дальше Маша. Привет, я Маша, мне 7,5 років. Супер, дальше. Кто следующий будет говорить? Меня зовут Злата, мне 6 лет. Очень приятно. Хорошо. Так, супер. Следующий кто у нас? Аня. Аня, очень приятно. Анечка, сколько тебе лет? 5. 5, супер. Так, кто следующий? Давайте София. Так, кто-то еще будет говорить, как его зовут, знакомиться будем? Так, ну хорошо. По ходу дела тогда познакомимся, да, когда уже будем выполнять задание и когда будем играть. Кто сегодня еще не успел назвать свое имя, познакомимся чуть позже. Хорошо. Тогда мы начинаем с вами, и мы сейчас с вами должны хорошо размять наши пальчики и наши ручки, да, для того, чтобы они могли трудиться на нашем занятии сегодня. Итак, первый раз вы смотрите, я вам показываю, а потом мы повторяем с вами вместе. Договорились? Хорошо. Тогда слушаем. Хлопнули в ладоши, хлоп-хлоп-хлоп. Хлопнули в ладоши, хлоп-хлоп-хлоп. Приготовили ручки, лучики. Здравствуй, солнце золотое. Потом потянулись высоко к небу. Здравствуй, небо голубое. Хорошо. Здравствуй, легкий ветерок. Здравствуй, тоненький дубок. И листочки колышутся на нашем дереве. Супер. Приготовились, теперь делаем все вместе. Приготовили наши ладоши. Угу. Итак. Хлопнули в ладоши, хлоп-хлоп-хлоп. Хлопнули в ладоши, хлоп-хлоп-хлоп. Супер, приготовили наши ручки. Здравствуй, солнце золотое. Подняли ручки высоко. Здравствуй, небо голубое. Молодцы, приготовили. Так, здравствуй, легкий ветерок. Веет ветерок? Супер, приготовили листочки. Здравствуй, тоненький дубок. Супер, молодцы. Хорошо. А кто знает, какой у нас жираф? Какой он? Высокий-высокий, да? Хорошо. А что у жирафа есть? Пятнышки. Так, да, есть пятнышки. Хорошо. Значит, мы сейчас будем показывать, что...
Что еще есть? Рожки. Да, и рожки есть, и носик есть, и ушки мы сейчас с вами будем показывать. Смотрите, мы можем с вами встать так, потому что мы сейчас будем задействовать с вами части тела. Если кто не может встать, можно делать это сидя, да? Итак, приготовились. У жирафа пятна, 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 пятнышки везде. Показывай. Еще раз. У жирафа пятна, 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 пятнышки везде. На лбу, ушах, на шее, на локтях, есть на носах, на животах, коленях и носках. Супер! И у всех получается? Да. Все успевают? Да. Хорошо. Тогда еще раз, поехали. И у жирафа пятна, 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 пятнышки везде. У жирафа пятна, 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 пятнышки везде. На лбу, лобик, ушах, ушки, на шее, на локтях. Есть на носах, на животах, коленях и носках. Супер, молодцы. Так, теперь можно присесть. Так. О, все сели, можем продолжать. Хорошо. Теперь приготовили наши пальчики. Угу, хорошо. Итак, утром встали пальчики. Показали. Супер. Встали приседать по очереди. Раз, два, три, четыре, пять. Потянулись пальчики. Будем танцевать. Танцуют пальчики, потанцевали. Так, снова кулачок сжали. Не ленитесь, пальчики. Встаньте же опять. Супер. Молодцы, показали пальчики. Угу. Еще раз. Утром встали пальчики. Так, встали приседать. Раз, два, три, четыре, пять. Потянулись пальчики. Супер. Будем танцевать. Танцуют наши пальчики. Хорошо разминаем. Угу. Жали кулачок. Не ленитесь, пальчики. Так, встаньте же опять. И встали пальчики. Угу. Хорошо, молодцы. Так, размяли наши пальчики. И еще раз приготовили наши пальчики. Угу. И будем их сейчас сгибать. Этот пальчик маленький. Этот пальчик слабенький. Этот пальчик длинненький. Этот пальчик сильненький. Этот пальчик толстячок, но вместе, что? Все вместе? Кулачок. Супер, молодцы. Еще раз пробуем? Да. Так, да. Хорошо. Этот пальчик маленький, этот пальчик слабенький, этот пальчик длинненький, этот пальчик сильненький, этот пальчик толстячок, но вместе, что? Кулачок. Кулачок. Супер, молодцы. Хорошо. Умнички. Так, ну что, размяли немножко наши пальчики, да? И теперь можем переходить к следующему занятию, заданию. Так, сейчас нам с вами понадобится две емкости, да? Шарики, да. Либо из фольги, либо помпоны. У кого что есть? Да, и понадобится... У меня помпоны и... Фольга есть. Есть, да? Если есть фольга, супер. Тогда кладем в одну емкость фольгу или помпоны, у кого что есть. Ну и то есть. Так. Когда все приготовят, можно поднять ручку, чтобы я видела, что все готовы. Угу. Хорошо, Маша. Так, Злата готова. Хорошо, Злата готова, Маша готова. Так, София готова. Угу. Так, хорошо. Смотрите, я вам сейчас покажу, что мы будем делать. Так. Вот так хорошо? Всем видно? Сейчас, вот так. Значит, смотрите, ребят, какая будет наша задача? Мы двумя ручками должны взять в одну ложечку фольгу, и во вторую, да, либо шарики, какие у нас есть. И двумя ручками мы перекладываем
Пустой ложечек. Наша задача, то есть мы можем брать только ложечкой. Ручкой мы себе помогать не можем. Кому сложно двумя ложками делать, делаем только одну. Но стараемся вторую ручку не задеть. Ее прячем и одной рукой берем и переносим. Если у кого-то за столом мало места и можно... Сейчас, детки, послушайте, я расскажу, а потом начнем делать, хорошо? Если у кого-то есть много места, можно их переносить. Например, можно поставить, к примеру, на стульчик судочек. Можно брать шарики. Так, берем. И аккуратненько нужно донести, чтобы шарики не упали. Угу. Ну, понятно? Угу. Маша, ты как хочешь делать? Переносить со стульчика или на столе? На столе, хорошо. Так, ну что, все готовы? У всех есть шарики, есть емкости, есть ложки? Да. Мы их не всех. Так, поднимите, пожалуйста, ручку. Кто готов? Маша, я знаю, что ты готова. Так, Злата готова. Так, ну что, делаем, начинаем делать наше задание? Да. Ты подумаешь, найти на коробку, а потом сколько шариков надо переносить. А мы будем, у кого сколько есть, то столько и будет переносить. Хорошо, если есть 20 шариков, супер. Если есть меньше, ничего страшного. Так, вижу ложечку у Ани. Так, ложки есть. Угу. Ну что, тогда начинаем. Так, Маша, держи две ложки. Емкость одна. И давай я тебе немножко дальше поставлю, давай, чтобы детки видели, как ты тоже выполняешь. И одну поставим вот сюда. Так, можно выполнять. Соня, у кого уже есть ложки, есть предметы, можно начинать выполнять задание. Стараемся двумя ручками одновременно внести в другую емкость. У всех получается? Да. Только девчонки, берем по одному ложку предмету. В ложке должен быть у нас один предмет. То есть по два шарика или два помпона в ложечке быть не должно. Супер, смотрите, когда вы перенесли в емкость, да, теперь из этой емкости мы переносим обратно в ту, в которой были изначально предметы. Давай я поменяю тебе, чтобы тебе было удобно. Так. Одному наш. Угу.
Я там вижу, кто-то помогает тебе ручкой, да, по-моему, одной ручкой берет, второй кладет на ложку. Если не получается, тогда уже можно так. Если по возможности, да, можем ручку одну спрятать, а второй стараемся взять предмет и перенести. Одной ручкой работаем, либо одной, либо двумя. Так, Маша справилась. Супер, молодец, Машуль. Ложечку сюда. Угу. Так, кто не доделал, мы вас ждем. Вы можете доделывать задание. Кто будет готов, поднимаем ручку, чтобы я видела, что задание уже выполнили. Так, супер, есть одни, вижу. Угу. Злата, у тебя еще много там шариков? Нет, только три осталось. Три, супер, хорошо, давай, мы ждем тебя. Два. Супер. Последние. Все, Златочка справилась, да? Поднимай ручку, что ты готова? Угу. Так, хорошо. У нас есть София. Софийка, ты выполнила задание? Ты готова? Готова. Можем к следующему переходить. Угу. Хорошо. Все, если все готовы, тогда сейчас я покажу, какое у нас будет следующее задание. Так, сейчас нам с вами понадобятся, да, опять же таки, помпоны, либо разноцветные шарики, у кого что есть. У меня и то есть. Все, супер, можно на ваше усмотрение брать. Что вам нравится, то и берем. Какая будет наша с вами задача? Смотрите, у кого есть стаканчики, да, то есть можно приготовить стаканчики и помпоны, либо шарики. Итак, смотрите, например, я вам буду показывать карточку, да, то есть она будет примерно недолго, то есть я вам показываю, ваша задача запомнить и повторить точно так, либо сложить такого цвета помпоны в стаканчик, либо кто может запомнить и повторить также на столе, сделаем также на столе. Вот, например, смотрите, будет у нас синий, синий и красный. Я покажу сейчас, как это должно выглядеть на столе. Так, кладем синий, синий, синий. И красный. У меня, к сожалению, красного нет. У меня будет немножко такой с разбинкой. И вот так. Так, смотрим. То есть как на карте. Ну, если у тебя есть красный, то нужно тогда ложить красный. Если красного нет, можно делать подобные, ну, близкие, похожие цвета. То есть видим, да, вот так на карточке выложила. И вот так же точно я выложила на стол. Угу. Если на стол выкладывать так не получается, можно все эти шарики просто складывать в стаканчик. Так. Задание понятно? Да. А если понятно, тогда можем начинать выполнять. Так, можно? Готовы. Сейчас я буду показывать можно? Первую карточку. Можно из стаканчика во вторую емкость? Можно, Злат, можно еще так же выкладывать, как на карточке, на столе. Угу. Если ты сможешь вот так точно выложить на стол, то тогда выкладывай на стол. Хорошо? Хорошо. А у меня похожего на желтый нету. Белый. Ну, если нет желтого, можно взять, да, либо белый, либо коричневый, какой у тебя есть. Вот нужно будет так просто выложить. Хорошо? Или так. Такие же цвета. Да? Да. Да, либо сложить такие же цвета в стаканчик, либо в емкость. У кого что есть. Итак, все готовы? Смотрим на карточку. То есть я сначала вам показываю. Вы запомнили. Я переворачиваю, и вы должны теперь выложить, либо сложить такие цвета в стаканчик. Машуль, ты будешь выкладывать на стол. Запомнила, что было? Mm-hmm. Еще раз давайте покажу. Смотрела. Угу. Так, хорошо. Кто готов, поднимаем ручку. Так, Злата готова. Ярослава, Милана, да? То мне, к сожалению, тут не видно до конца имя. Угу. Готовы.
Так, Соня. Соня, Аня у нас есть. Хорошо, так, смотрим. У Маши правильно получилось. Угу. Так, у всех получилось? Злата, да. У тебя получилось? Да, супер, хорошо. Хорошо, так, теперь сейчас мы немножко усложним задачу. Сейчас будет у нас 4 шарика. Итак, все готовы смотреть? Смотрим, показываю. Зеленый похож на голубой? Ну, если у тебя нет зеленого, тогда можешь сложить голубой, я буду знать, что ты правильно сделала, что у тебя нет. Так. Голубой розовый зеленый. Так, все подивились, я перевертаю. Давай, Маша, чуть-чуть сюда, чтобы покажем деткам. Угу. Так, вот Маша выполнила задание. Угу. Злата сделала. Угу. Так, когда выполняете, поднимайте руку, чтобы я видела, что головы... Угу. Так, хорошо. У всех все получается? Супер. Все, тогда... Продолжаем дальше. Так, сейчас снова будет 4 карточки. Так, готовы? Показываю. Сейчас, Маша, сначала смотрим, потом делаем. Посмотрели, запомнили. Синий, зеленый и желтый. Все, теперь выполняем. Синий? Да. Потому что у нас... Мне только один синий. Да. Если вдруг кто-то не запомнил, можете попросить, я буду показывать еще раз карточку. У меня просто аж 3 голубых, потому что у меня нет зеленых, а у меня нет. Ну ничего страшного. 3 голубых. Ты, если что, на следующий раз подготовишь все цвета, да? И зеленый, и красный, и желтый. Какого у тебя в этот раз не было? Цветов нет, у меня только фиолетовый, голубой, один розовый и черный есть. Я поняла. Ну, Златочка, смотри, можно сделать, вот видишь, из пластилина я сделала шарики, можно сделать, если у тебя есть пластилин, можно из пластилина сделать. Так, хорошо, все выполнили задание? Угу. Так, переходим к следующей карточке. Так, а теперь немножко еще усложним задачу. Теперь будет у нас аж 5 цветов, да? Аж 5 шариков нужно. Так, смотрим сейчас. Маш, подожди, сначала нужно посмотреть и запомнить. Так, я теперь переворачиваю карточку. И нужно выкладывать, либо сложить в стаканчик. Давай, Маша. У меня нету 2 розовых, у меня только один розовый. Ну, ничего, какой у тебя еще есть цвет? Голубой или фиолетовый? Ну, вот можно фиолетовый положить. Для желтого? Да, желтого. Так. Маша выполнила. Вот. Так, желтый, синий, потом... Можно еще раз карточку показать? Конечно, можно, показываю. Синий, потом... Все. Так, все, Злата справилась, хорошо. Вроде бы. Сейчас ждем Ярославу и Милану. Угу. Так, готовы. Хорошо. Дальше. Следующая карточка. Следующая у нас будет также из 5 цветов. Так, готовы. Смотрим. Так. Так, запомнили. Так, я прячу карточку. Маша, ты запомнила? Все, я прячу и выкладываем так же. А можно еще раз? Можно, показываю. Нет. Я сделала.
Злата сделала, хорошо. Так, Маша сделала, и ждем Ярослава Вилана. Вообще-то там синий. Только что буду этот огромный шарик из ложки в ложку кидать. Хорошо, можно, пока мы все ждем. Так, показываем. Маша получилось, правильно, Маша выполнила. Да. У меня две голубых, две белых и одна розовая. Хорошо. Готовы? Можем продолжать дальше? Да. Супер. Хорошо. Сейчас будет еще, да, еще чуть сложнее, потому что у нас сейчас будет аж целых 6 шариков. Так, сейчас внимательно. Что-что? А мы поделку будем делать? Да, мы сейчас, это у нас будет последняя карточка, мы скоро будем делать поделки. А, хорошо. Хорошо? Так, смотрим пока, запоминаем внимательно. Так, запомнили. Я теперь прячу карточку. Можно у меня коричневый, вместо коричневого будет фиолетовый? Конечно, можно. Если у тебя нет коричневого, можно заменять цвета. Можно еще раз посмотреть карточку? Можно, показываем. Так, прячу, потому что здесь наша задача с вами запомнить и повторить. Так, у меня 6 цветов. Угу, супер. Так, готовы, хорошо, показываю. Вот Маша тоже выполнила. Угу, правильно. Супер. Все, все справились, все молодцы. Теперь можно убрать наши шарики и помпоны. Они нам сегодня не пригодятся. Давай, Маша, наоборот, тут сюда вверх. Угу. Емкости убирать? Да, и емкости можно убирать, они нам тоже не пригодятся. И ложечки. И ложечки, да. Карандаш нам понадобится? Да, карандаш чуть позже понадобится. Мы будем скоро делать поделку. У меня даже имеется любимая конфетка. Супер. А какие конфетки ты любишь кушать? Конфетки парчизи. У меня тоже. Леванточки. Стой, стой, стой. Леванты положила на мусор. Так, ребятки, смотрите, сейчас ваша задача. Смотрите, я включила картинку на экране. Всем хорошо видно? Да. Да, хорошо. Если всем хорошо видно, у нас сколько сегодня человек? У нас есть Аня, есть Ярослава и Милана, есть Злата и есть Маша, да? У нас 4 человека. Значит, смотрите, ваша задача будет... Здесь, когда художник рисовал животных, он все напутал, да? И мы сейчас с вами будем смотреть и будем рассказывать, что же не так на этой картинке. Смотрите, у нас как раз есть с вами 4 животных, и мы по очереди с вами расскажем, хорошо? Итак, сначала мы внимательно смотрим. Когда посмотрим и поймем, что не так, можно поднять ручку и будем рассказывать по очереди. Что не так? Заяц? Что не так? Заяц? Ну, так, Злата готова, Маша готова. Давайте всех подождем, чтобы все увидели. Собака, кота, рыба, белка, бегемота, рыба, котика. Да, вы пока не рассказывайте, вы про себя тихонечко смотрите. Можно проговорить только про себя, чтобы никто не слышал. Потому что, может, кто-то не заметил, а вы уже подскажете. Так, Маша готова, вижу. Угу. Ты и Злата уже увидели. Так, Ярослава и Милана готовы? Да. Готовы, хорошо. Давайте, девчонки, тогда начнем с вас. А, можете выбрать любое животное и рассказать, что не так. Какое хотите? Заяц, кот, рыба. Так, то есть, да, хвост есть рыбий, да? Дальше.
голова зайца, тело кошки. Да, хорошо. То есть у нас, да, по идее, должна была быть здесь кошка, но не кошка. Вы у нас какую картинку первую, да, смотрите? Да, рыба, кот, заяц. Да, то есть неправильно хвост и неправильно голова. То есть хвост у нас от рыбы, да, а голова зайца. Хорошо, следующее. Давайте, а кто Ярослава, кто Милана из вас? Расскажите, кто сейчас говорил? Я Ярослава говорила. Да, а давай теперь Милана. Собака, кот, рыба. Собака, кот, рыба. Хорошо, я поняла. То есть здесь неправильность, да? Здесь, например, должна была быть кошка, но голова здесь я собакина, а хвост рыбкин. Так, хорошо, следующая Злата. Злата, давай вот нижнюю картинку, смотри, которая находится слева. Смотри, здесь голова белки, да? Белки. Да, хорошо. А хвост чей? Петушка. Петушка, хвостик, да? А туловище чье? Кто здесь должен был быть? Бегемот. Бегемот. Хорошо. Так, следующая Аня. Анечка, да, сможет рассказать? Постараюсь. Давайте попробуем. Тут лев, да, тигр. Да, тигр, да, голова, значит, мордочка у нас тигра, хорошо. Хвост чей? Хвост. Чей хвост? Не льва там. Плохо видно нам. Ну, давайте Маша немножко подскажет. Маш, как ты думаешь, это чей хвост? Лисички. Да, хвостик лисички. Да, а туловище медведя. Смотри, Анечка, хвостик, найди лисичку. Видишь, у лисички такой же хвостик. Да, а туловище, смотри, здесь есть медведь, и туловище такое же, как у медведя. Угу. Хорошо? Так, супер. Все молодцы, все справились. Ну что, теперь мы можем с вами выполнить еще одно небольшое задание на внимание, да, чтобы вы очень хорошо посмотрели. Смотрите, у нас есть с вами носочки, много, да, и разноцветные. Сейчас ваша задача найти только определенные носочки. Я говорю, кто первый поднимет руку, кто найдет, тот и будет отвечать, хорошо? Так, готовы? Всем хорошо видно? Угу. Так, сейчас нужно найти носки, у которых белые кружочки. Так, хорошо, давайте, Милана и Ярослава. Можно описать, какого они цвета, да? Потому что мы же не можем видеть, кто как показывает. На какого цвета носочки, на которых есть белые кружочки? Черные с белой пяткой и зелеными носками. На них есть белые кружочки. Они верхние, посередине. Так, хорошо. Супер. Только здесь, которые посередине верхней, здесь пятки розовые, да, а носочки голубые. Ну, так я так и сказала. Все, хорошо, супер. Так, кто следующий нашел? Маша нашла. Маш, какие носки? О, нет, подождите, мы будем менять задание каждый раз. То есть первый носок был такой, нашли. Теперь найдите носок, на котором есть серые полосочки. Давай, серые полосочки. Давайте, Анечка, попробуешь рассказать, на каких носочках есть? Желтые. Желтые, хорошо, умничка. Так, а какого цвета у них пяточки и носочки? Пяточки. Красный. Ну, оно, да, тут либо к красному, к коричневому, потому что здесь такой очень смутный цвет, то есть назовем это красно-коричневый. Так, хорошо. Теперь найдите носочки, на которых есть серый бантик. Серый бантик. Так, Маша нашла. Маша, на каких носочках серый бантик? Вон и ржавые, червоные носки и пятки червоные. Супер, умничка, хорошо. А теперь найдите носки, которые желто-голубая полосочка. Так, Злата, давай.
Златочка, расскажи нам, с какой стороны они находятся. Знаешь, где у тебя правая, где левая ручка? Где они находятся, справа или слева? Вот, правильно, это правая ручка у тебя, да. Значит, они находятся с какой стороны? Справа, да? Справа, а вверху или внизу? Да, в верхнем углу. Молодец, хорошо. Так, теперь найдите носочки, на которых есть розовые, красные сердечки. Красные сердечки. Так, давайте, Ярослава и Милана подняли ручку. Внизу. Можно сказать, какие они по счету? Внизу. Четвертый. Супер, хорошо, молодцы. Так, теперь найдите носочки, на которых есть кружочки оранжевые. Все, я нашла. Так. Там Маша нашла, кто еще нашел? Давай, Маш, скажи нам, какие они по счету? И с какой стороны, сверху или снизу они? Сверху. Сверху, добрый, какие по счету? Вони оранжеві і світло оранжеві п'ятки і носки. Хорошо, а які вони по счету? Четверті. Четверті. Добре. Хорошо, умнички, всі справились. Так, ну що, тепер можемо переходити к нашій поділці. Зараз я вам покажу, як вона буде виглядати. Смотрите, ми сьогодні будемо делать з вами воздушний шар. Да? Так. Хорошо, ребят, смотрите, вы должны были приготовить цветную бумагу, да, краски, ножницы. То есть, если у кого-то нет, у кого есть, например, картон, да, у кого есть цветная бумага, у кого что есть, готовим. Если есть голубой картон, значит, берем голубой картон. Если нет голубого картона, можно взять цветную бумагу голубую, либо белый лист. Так, я сейчас попробую поискать голубой картон. Давайте ищем. У меня синий картон есть, ну, использую. Так, у Златы есть синий. Желтый, зеленый. Златочка, а у тебя только половинка синего? Да. Да. Ну, ты сможешь тогда сделать небольшой воздушный шар. Если у тебя синего целого нет, а есть белый целый листочек, ты можешь взять белый. Хорошо, ничего страшного. Смотри, ты берешь синий, покажи мне еще раз свой синий листочек. Да, обрежь вот эту вот верхний прямоугольничек в половинку. Да, вот это обрежь, угу. Обрезай. Да, обрезай, чтобы у тебя был четко ровненький листочек. Так, Машуль. Ты можешь пока перерисовывать, как должен выглядеть воздушный шар. Девчонки, Ярослава и Милана, у вас есть, да, листочек, все нашли? Да, есть. Да, смотрите, можете перерисовывать сейчас вот образец нашего воздушного шара, как он должен выглядеть. Можно рисовать простым карандашом. Если это картон синий, темный, простой карандаш не видно, можно нарисовать каким-то фломастером. Потом этого не будет видно. Видно. Так, короче, да, попробуй снова сначала. Если что, стирачка есть. Так. Вот здесь возле немка. Да? Так, значит, я. Я здесь рисую. Злата, у тебя получается? Да. Да. Смотри, ты сможешь сама нарисовать вот такой воздушный шар, как на картинке? Да. Если не сможешь, попроси маму, пусть мама тебе поможет. Да, сможешь? Ну, давай тогда рисуем. Когда все нарисуют образец, можно поднять руку, я расскажу, что делать дальше. Здесь? Да, 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 рисуй. Угу. Смотри, вот прям как на синем. Вот Маша уже нарисовала, если, к сожалению, да, но отсвечивает, наверное, не видно. Вот она нарисовала простым карандашом тоже видно. Черным. Черным рисовала. Маша говорит, что нарисовала черным. Ну, можно либо черным, либо простым карандашом.
Есть краски, есть. Ну, пока еще краски не нужны. Правда, я здесь все. Так, девчонки, готовы? Угу. Смотрите, кто уже готов? Я пока начну рассказывать. Я дальше... готова. Так, хорошо, Злата готова? Угу. Аня готова? Не слышу вас, микрофон включите. Мы нарисовали, но мы просто разукрашиваем фломастером цвета. Ну, можно, хорошо, вы можете послушать идею, если что, потом когда-нибудь в следующий раз используйте. Да. Смотрите, а кто приготовил салфетки или вату? У кого что? Я салфетку. Супер, у Златы салфетки. Девчонки, у вас что? Салфетки. Салфетки. Смотрите, ваша сейчас задача... Мне не салфетки, одна бумажечка. Нужно такое, чтобы рвалось. Смотрите, то есть вы рвете салфетку. Давайте я вот так опущу, чтобы вам видно было. Рвем на мелкие кусочки салфетку. Не, Маш, больше не надо. Вот так, смотри, как я на... Видишь, вот на такие кусочки. Смотрите, примерно на такие. То есть кусочки не должны быть слишком мелкие, примерно вот такие. Маш, это мелкие. Вот смотри, вот такие. Вот где-то, такие? Да. Вот такие, да. Такие. Девчонки, не вижу. Еще раз покажите. Ярослава и Милана. Такие. Можно чуть-чуть крупнее. Смотрите, мы потом будем вот так скамкивать, да? Вот так эту салфеточку. И мы ее будем клеить. Вот, чтобы она не была совсем мелкая. Потому что если мы сейчас сделаем мелкие кусочки, мы будем очень долго потом клеить. То есть, смотрите, вы сделали вот такой кусочек. Да, Злата, хорошо. Можно и такие, да. Теперь вот так хорошо скамкиваем. Нужно скомкать, хорошо? Так, берем клей. Смотрите, намазываем. С одной стороны клеем. Так, мажем клеем. И, например, у нас есть левая сторона, есть правая, есть серединка. Сначала мы обклеиваем, например, левую сторону. Давай. Так. Давай покажу. Смотрите, это должно выглядеть вот так. То есть сейчас обклеиваем левую сторону. Так. Нам нужно обклеить левую сторону. Клей где так вот. Пошел сюда. Сейчас его хорошо давай. Вниз вот сюда можно. Давай, я покажу. Чтобы тоже деткам было видно, что мы делаем. Так. Смотрите, когда вы сделаете левую сторону, обклеите, берете любую краску, которая вам нравится. То есть вот видите, у нас есть образец на картинке, да, как нужно сделать. И вы... раскрашиваете салфетку. У нас, например, будет первый какой? Можно как на картинке сделать зеленый, да? Мы берем краску и начинаем раскрашивать салфеточку. У меня будет розовый первый. Супер. Потом фиолетовый, а потом... Маш, ну, все дальше не надо клеить. Так. И вы хорошо закрашиваете салфеточку. Давай, Маш, раскрашивай эту сторону. Так, я вообще не то, что мне надо, обрежу. Угу. Все то, что мне надо. Корни. Вот, обрезали корни. Так, красочка. Маш, а ты бери больше красок. Больше, не бойся. Смотри, хорошо намочи и больше бери. И ты вот прям так промякивай. Хорошо. Можно я кое-что спрошу? Конечно, Златочка, спрашивай. Как получается фиолетовый?
Червоные босы. Або синие. Смотри, Маша тебе подсказывает. Еще раз скажи, Маша. Червоный, синий або блакитный. Если свет, то блакитный. И капельку. Ой, багато червоного на світу і мало синього. А якщо червоний і синій треба перемішати, так? Да? Да. Угу. І що які? Або якщо темний, то багато синього і червоного. І синій, і червоний. Синій і красний. Побольше краски бери. Угу. Смотри, водичка. І от ти бачиш, що ти зможеш це повністю розібрати. Угу. Так, кто раскрасил, да, сделал левую сторону, можно переходить к серединке. Клеим тогда серединку следующую. Угу. Что, Маш, клеишь серединку теперь? Давай. Ой, я сейчас принесу палитру. Давай, Заточка. Это хорошо больше клея бери, чтобы ее хорошо приклеивалось. Угу. Что-то нигде не нашла палитру. Ничего, Злат, ты можешь раскрашивать цветами, которые у тебя есть. Не обязательно делать так, как на картинке. То есть, как тебе нравится, это твой воздушный шар, и каким ты его видишь, таким он и может быть. Так, давай. Покажу. Маша, Маша, на серединке. Маш, хорошо. Ну... Я бы смешала белый с зеленым. Ну, белый с зеленым, это если ты смешаешь, у тебя не получится тот цвет, который ты хотела. Ну, да. Будет светло-зеленый. Да, светло-зеленый будет... получится. Будет, да, салатовый. Да. Салатовый, это если желтый зеленый. Если хочу желтый, то я не знаю. Я тоже желтый, я не знаю. Можно, Златочка, помнишь, да? Можно раскрашивать теми цветами, которые у тебя есть. Да. У меня есть голубенький, может быть, еще зелененький. Или оранжевый. Если я оранжевый захочу, мне надо будет еще одну емкость добавить в мой воздушный шар. Угу. Давай, пиши. Так, теперь. Давай я тебе сюда краски поставлю, ты будешь выбирать. Комкой. Бери, смотри, больше мочи. Мочи хорошо. Угу. Еще хорошо мочи кисточку. Бери больше краски. Так, о, теперь хорошо вот так размазывать. Угу. Еще кисточку. И размазывай. Ну да, ну смешали же все. Тебе помочь или ты сама? Я могу. Добро. Остающаяся часть, которая не нужна. Комкой.
нужно кухать, кухать, кухать. Кстати, это я рисую гуашем. Ну что ж, гуаш. Так. Я нарисовала. Так, кто у нас нарисовал? Друзья, еще надо немного покумкать. Давай. Так, тебе пока надо на следующий. Нарисовала. Ух ты, как красиво! Молодец! Супер, Анечка! Так, хорошо, молодчинка. А расскажи нам, какого цвета у тебя воздушный шар получился? Зеленый, красный, розовый, синий, зеленый, фиолетовый и ковичий. Супер, хорошо. Если вдруг вы готовили, да, у вас есть вата, вы можете сделать облака из ваты. И уяденный, ковиденный, красный и красный. Супер, очень красиво у тебя получился воздушный шар. Ты бы хотела когда-то полетать на воздушном шаре? Да. Да, хорошо. Ну, тогда нужно мечтать, и мечты сбываются, обязательно сбудется. Нужно вылезать. Так. Златочка, ты на каком этапе? Ты уже какую сторону делаешь? Я серединку. Серединку, хорошо. Девчонки, у вас Ярослава и Милана? Середину. Середину. Середину, хорошо. Так, Маша уже начала делать правую сторону. Здание. Маша, ты какого цвета хочешь, чтобы у тебя была правая сторона? Желтая, добрая. Смотрите, а корзину можете сделать на ваше усмотрение, можно ее, если это у вас был белый картон, да, либо белая бумага, можно ее просто раскрасить, либо вырезать из цветной бумаги и наклеить. Можно также сделать из салфеток на ваше усмотрение. Если хотите, можете корзину сделать. Эти части не нужны. Мама, мы еще не доделали. Смотрите, что у меня получилось. Супер, хорошо. У тебя осталась только правая сторона, да? Да, у меня осталось. Давай. Оранжевая. Давай, хорошо. Быстро, быстро говори. Как здесь? Здесь красный, желтый, синий, да? Да. Пускай так будет. Так. Смотрите, также корзину можно еще раскрасить любым цветом. Ну, можно вырезать и наклеить, да, сделать корзину. Можно сделать ее из бумаги и можно раскрасить красками. Можно красить краской буду. Хорошо. Да, если уже кому-то нужно идти, да, то можно быстренько раскрасить красками. Можно потом будет сфотографировать ваши воздушные шары и сбросить в нашу группу, да, чтобы ну, вы могли поделиться с детками, другие детки могли увидеть, как у вас получилось. Ага. И вы посмотрите, как получилось у других деток. Угу. Так, Маша, клей тебе больше не нужен? Бери побольше краски.
У нас эта сторона больше получилась чуть-чуть, да? Давай мы ее, знаешь, вот тут поставим, чтобы у нас было равномерно. А что, что я не могу, значит, что тебе заделаю палки? Или что ты мы? Так. Жарим картошку. Давай я держу. Ты сказала, давай. Смотри, может, давай, хорошо. Аккуратно. Мы потом его доплеем, он высохнет, потому что сейчас не можем взять кусочки и выточка. Давай я буду это делать, я буду с песней. Дин-дин-дин, жарь картошку, дин-дин-дин, жарь картошку, тебе осталось 4 минуты. О, нет. Супер, все, Маш, теперь можешь раскрашивать корзину. И вот эти вот тоже полосочки раскрасить. Каких человечков делать? Подожди. Смотрите, не обязательно делать человечков, можно просто сделать воздушный шар без человечков. Раскрасьте просто корзину, на ваше усмотрение, какого цвета она у вас будет. А потом можно будет либо вырезать человечков, можно дорисовать, как захотите. Короче, это как мы петушка его делаем. Да. Ну, того, помнишь, на что Новый ты мне отправила, там? Мам? Петуха. На год петуха мы делали. Я поняла. Что ты мне отправила, мам? Это что, тут на бумагу? Да, и палочка. Златочка, ты на каком этапе? Что ты делаешь сейчас? Я делаю конкою для последней стороны. Хорошо. Ну, а что вы делаете? Так. Шар, воздушный шар. Неопознанный объект. Неопознанный объект. Так. Можем... Добро. Который надо убрать. Там два первого задания. Да. Можно было даже из парики сделать. Нет, парики. А зачем краски? Раскрашивать. Так, смотрите. Могу вам показать у Маши, какой шар получился. Так, сейчас. Всем видно? Так, это Машин шар. Я Миле шарик нарисовала. А где твой? Мы вместе с Машей делали, я ей помогала. А-а-а. Да, давай с нами вместе. Там только списать нужно. Поля, Ярослава, и Милана, и Степан. Неопознанные объекты надо разрисовать. Почему? У тебя не похож на воздушный шар? Похож. Говоришь, неопознанный объект. Ну, супер. Нужно, смотри, нужно дорисовать еще, да, корзину. Вот смотри, как, например, у Маши получилось. Я хочу поднять. Я вокруг печатками пройду. Можно, как тебе хочется, на твое усмотрение. Это твой воздушный шар. Каким ты его видишь, таким и делаешь. Так, середину я делаю белый. Давай будет. Давай, жду. Я пока что кружочек поделаю. Пока ты там можешь. Сделай кружочки. У тебя осталось меньше минуты. Смотри. Да так, что, девчонки, у вас еще много Ярослава и Милана. Вы на каком этапе? Я делаю правую часть. У меня еще много. Мила сейчас на английский побежит. Хорошо, девчонки, давайте тогда как мы сделаем.
Кто не доделал еще, вы потом сфотографируете и нам покажете, да, как мы договаривались. В группу сбросите нам. Хорошо. Мы сбросим свои рисунки, да, вы поделки. Вы свои, мы свои. Мы тогда поделимся и посмотрим, у кого какие. Тогда у кого уже кто торопится на следующие занятия, можем на сегодня прощаться. Очень рада была познакомиться, да, кто сегодня присоединился к нам, кого мы не знали. Спасибо большое вам за занятие, да, что вы с нами сегодня присутствовали и играли. Очень была рада вас видеть сегодня и буду рада видеть вас на следующих наших занятиях. Если есть какие-то вопросы, либо пожелания, слушаю. Если вопросов ни у кого никаких нет, тогда, в принципе, и те, кто доделал уже поделки, да, можно уже идти отдыхать. Всем хорошего дня. Напоминаю, что сегодня у нас в 7 часов будет музыкальное шоу, выступление от Жени Хмары. Присоединяйтесь, не пропустите, это будет шикарно. А где съемку можно взять? Ссылочка будет в канале, мы отправим. Она уже есть, мы публиковали, там есть закрепленное сообщение в канале Telegram и на Facebook страничке есть, как мероприятие. Сейчас мы в чат. Дело в том, что я случайно нашла, мне там в рабочую группу мою сбросили, и можно ли на Facebook, как вы подписаны на Facebook? Vema Kids. Также вот у нас в чате, добрый день, есть ссылочка, видите, там, где «Витаем, люби, глядачи», вот там как раз есть ссылочка на Facebook. Можете перейти прямо сейчас, потому что, когда закончится трансляция, она исчезнет. И также есть наш YouTube-канал, и также есть Telegram-канал. Очень советуем вам подписаться именно на Telegram-канал, чтобы не пропустить еще много интересных уроков и выступлений. А на Telegram-канал как подписаться? А вот вы заходите по ссылочке. Сейчас, секунду. Вот, видите, телеграм-канал Теми занятия. Смотрите, вы сейчас продублируете. Сейчас, одну секунду. А вы не могли бы мне сбросить ее в личный номер или на Вайбер или куда-то? Да. А если вы оставите в чате свой номер телефона, могу, конечно. Да, спасибо. Объект. Милана Андреевна. Надо обрезать. Раскрашу.